Уже завтра в империи Бобров пройдут выборы президента. И сейчас вы увидите кандидатов на этот титул. На первом месте у нас Бобр Беня. На втором месте у нас я, Максим Бобрович. И на третьем месте у нас Бобер Федя. А также я вместе с Эмшайнер победили Фурера. И уже завтра у нас будет парад победы, который будет называться «Победная ночь». Кстати, сам парад будет проходить в столице империи Бобров пош названием Бобринск. Слава мим шинеровцам народным, белуграм, бобрам и всем остальным союзникам, а также всему Эмшайнер.